6 этаж, бизнес-центр «Монарх». Бодрый понедельник, вместе с Таповой с нами Джордж, Майкл и швейцарские банкиры. А, собственно, мы и есть. Мы и есть швейцарские банкиры. Швейцарские банкиры Джорджа Майкла. С неделя высшей швейцарской пробы из Швейцарии в кластере Таповая СНГ. Активно наши лидеры назначают презентации, проводят их и достигают высоких уровней продаж. Таких как Монблан. Монблан. Таких как Монблан. Таких как Неон. Таких как Неон. Таких как Цюрих. Таких как... И да, даже таких достигают городов, как Цюрих. Ну что ж. А сегодня действительно уже подходит к финишу наша неделя, швейцарская неделя в кластере Таповая СНГ. И мы, как швейцарские хорошие банкиры, собираем высокие уровни подарков. Что же, прежде чем приступить к сбору высоких уровней подарков, мы бы хотели напомнить, что же было хорошего в этот день в нашей с вами истории. Окей, Джордж, я начну с 1800... С швейцарской, кстати, рассказов. Да, это вот наш швейцарский рассказ про нашу швейцарскую легенду. 1947 год? Нет, давай ты легенду, тогда давай. Я про... По старой швейцарской легенде, Вильгельм Теллер поразил стрелой яблоко на голове своего сына. Именно из нашей чудесной швейцарской страны появился этот рассказ, и это случилось именно в этот день. Отлично. В 1307 году. В 1842 году издан указ о построении первого постоянного моста через Неву Благовещенского, ныне мост лейтенанта Шмидта. Очень интересная наша российская новость всем ценителям и любителям русского языка. В 1873 году княгиня Дашкова впервые употребила в письме, знаете что, букву «Ё». Так что сегодня официальный день рождения буквы «Ё». Я думаю, что создатели «Ё» мобили как раз и получили вдохновение, когда прочитали эту историю интересную. И скоро нас ожидает бум в российском машиностроении. Скоро мы все будем говорить «Ё, ты на чем? Я на «Ё». Я на «Ё» мобиле. Ну что ж, мы хотим напомнить о том, что у нас продолжается все-таки программа швейцарских недель. Мы хотим напомнить о тех чудесных спецпредложениях, которые есть у нас в программе. Но прежде чем, мы хотим вдохновить вас. И специально с этой целью мы пригласили сегодня на нашу программу коммерческого директора компании Таповая СНГ Вадима Ведищева. Спасибо, Джордж, спасибо, Майкл. Кстати, Благовещенский мост в этом году снова приобрел свое историческое название, и теперь он называется не мост лейтенанта Шмидта, а именно Благовещенским. Ну что ж, уважаемые лидеры бизнеса, сегодня у нас с вами понедельник, день, когда на всех рынках, во всех дистрибьюторных центрах кластера Таповая СНГ проводятся ассамблеи, и я рад с вами поделиться, конечно, теми горячими новостями, которые у нас есть. У нас в разгаре сегодня президентская 46-я неделя. И наши три лучших региона по объему, по абсолютному выполнению цели. На третьем месте регион Северо-Запад, на втором месте регион Урал и на первом месте наш традиционный лидер по абсолютному объему выполнения цели регион Москва с результатом 606 тысяч условных единиц. По проценту выполнения цели у нас лидирует регион Уральский, регион Золотое кольцо, и с результатом 68% лидирует регион, на первом месте регион Центральный. Я рад назвать наших лучших дистрибьюторов, национальных дистрибьюторов, по объему продаж и по проценту выполнения цели в регионах. Итак, регион Москва, лучший дистрибьютор по абсолютному выполнению цели, национальный дистрибьюторный центр Ирины Яковлевой. Поздравляем команду консультантов и менеджеров центра Ирины Яковлевой. Также Ирина Яковлева является нашим лучшим дистрибьютором в регионе Москва по проценту выполнения цели. А в регионе Золотое кольцо наш лидер по объему продаж, национальные дистрибьюторы Марина и Олег Зуевы. По проценту выполнения цели наш лидер, национальный дистрибьютор Любовь Харламова. В регионе Центральный лучший дистрибьюторный центр по абсолютному выполнению цели Наталья и Михаил Сербины. По проценту выполнения в регионе Центральном лидирует дистрибьюторный центр Любови Наговицыной. Регион Северо-Запад. Наши дистрибьюторы номер один по абсолютному объему продаж Елена и Михаил Богомоловы.
по проценту выполнения цели наши новые дистрибьюторы Светлана Нинашева и Александр Шубей. Регион Южный. Здесь у нас по проценту выполнения цели и по объему продаж лидируют дистрибьюторный центр Карины и Андрея Служителевых. Украина. Наш лидер по объему продаж национальный дистрибьюторный центр Виктории Шпитковской и Валентина Бурьина. По проценту выполнения цели национальный дистрибьюторный центр Ирины и Юрия Косоротовых. Мы плавно движемся дальше. Регион Волга. Лучший дистрибьюторный центр по объему выполнения цели. Национальный дистрибьюторный центр Светланы и Игоря Пронинах. По проценту выполнения дистрибьюторный центр Раисы и Рената Тактагуловых. Восточная Сибирь. Наш лучший центр по объему продаж дистрибьюторный центр Евы и Александра Катуховых. Лучший центр по проценту выполнения цели дистрибьюторный центр Ларисы и Александра Ширяевых. Западная Сибирь. Рекордсмен по продажам национальный дистрибьюторный центр Людмилы и Владимира Свириденко. Лучшие по проценту выполнения цели национальный дистрибьюторный центр Елены Калинич и Веры Савастьяновой. Регион Урал. Лучший центр по продажам национальный дистрибьюторный центр Гаяне Каспаровой и Игоря Лалабекова. Лучший центр по проценту выполнения цели центр Елены Делевой и Константина Фареника. Регион Казахстан-Север. Наши рекордсмены по продажам Гульмайра и Журсун Мусины. И также национальный дистрибьюторный центр Гульмары и Журсуна Мусинов является нашим лучшим центром в регионе Казахстан-Север по проценту выполнения цели. Казахстан-Юг. Наш лучший центр по продажам Зауре Искакова и Муратхан Сарсенбаев. Наш лучший центр по проценту выполнения цели – национальный дистрибьюторный центр Гульданы Ахметовой и Талгата Ахмедова. Но это еще не все. Я с радостью хочу поздравить команды дистрибьюторных центров, которые уже выполнили цели президентской 46-й недели. А это команда дистрибьюторного центра Ирины Масленниковой и Юлии Масленниковой, Натальи и Василия Голубчик, Татьяны и Артема Моховых, Людмилы Глушенковой, Веры и Сергея Березовских. И, конечно же, с максимальным отрывом здесь у нас лидирует национальный дистрибьюторный центр Ларисы и Алексея Пелевиных. Промо-период президентской недели на финишной прямой. Я всем желаю не останавливаться на достигнутом, идти только вперед и, конечно, выполнять и перевыполнять цели. Всем успехов! Спасибо, Вадим. Ну что ж, а выполнять и перевыполнять цели, конечно же, нам помогут инструменты бизнеса, которые пользуются, я тебе хочу сказать, Джордж, такой феноменальной популярностью среди наших консультантов, менеджеров. И мы сейчас с тобой чуть-чуть расскажем про те инструменты, про те инструменты, которые пользуются наибольшей популярностью среди наших лидеров. Я хочу начать с набора Монблан. Набор, помоги мне, пожалуйста. Своим инструментом. Мне кажется, вдвоем это уже не тросточка швейцарского банкира получается у меня. Ну, ничего, тебе тоже идет, кстати. Итак, набор Монблан состоит у нас из 4 предметов. Это сковорода от шефа для блинов, это у нас соусник от шефа и у нас чайник от шефа. Вот этот набор премиум изделий компании Таповая сейчас пользуется самой большой популярностью среди наших консультантов и менеджеров. Я уверен, что благодаря нему уже 50 тысяч наших консультантов практически выполнили цели. Я надеюсь на это. Да. Это наш бенчмаркетинг, как бы я сказал. Ну что ж, набор Монблан — это действительно очень круто. Это сразу несколько уровней, которые вы можете завоевать только благодаря продаже одного набора одному человеку. Да, но еще есть одна фишка, да? То есть мы можем продать набор Монблан и получить возможность предлагать нашим консультантам следующий набор. Действительно, дети, если вы выйдете на 3 квалификационных презентации, чудесный набор, названный в честь города, в котором находится наша штаб-квартира Таповой Европы, Африки и Ближний Восток, набор «Неон» станет возможным для запуска и для закупки вам и предложения вашим гостям. Прекрасный набор в прекрасных цветах. Элегантная коллекция, элегантность, простите меня за тавтологию, станет доступной для вас
и ваших гостей. А более того, три квалификационных презентации обеспечат приятные вещи, в том числе и для ваших хозяев. Это подарок в форме финансия, а также несколько специальных предложений. Которые... Ну и да, Джордж, при достижении трех квалификационных презентаций автоматически все наши лидеры получают подарок инновационных изделий в инновационном цвете, которых нет ни в одной компании, которая занимается посудой. Это набор охлаждающих лотков в розовом цвете, который состоит из 5 лотков объемом 1,3 литра, 2 лотка 800 литров и 2 лотка 400 миллилитров. Идеальное изделие для хранения. Идеальное сочетание для хранения для ваших идеальных продуктов в морозильниках. Ну и, конечно же, набор, о котором вам хочется сказать отдельно. Набор, который подчеркнет всю вашу красоту и красоту вашего дома. Набор «Рубин» за уровень 6 квалификационных презентаций. На этом уровне вы станете обладателем отличной сервировочной коллекции в невероятном цвете чили. Я думаю, что внутри вы зажигаете точно так же, как горят эти чаши, и мне очень хочется, чтобы так и было. Между так прочим... Так будет, Джордж, да. А слышала, у вас тут предзаказ подарков идет? Ой, у нас гости. Да, у нас идет предзаказ подарков полным ходом. Но я даже больше скажу. Сегодня у нас состоится еще не предзаказ, дорогая девушка, а только предпоказ изделий для менеджеров. А сегодня мы покажем их в нашем мероприятии, на бодром понедельнике, а в четверг это их смогут увидеть в каждом дистрибьюторном центре Мэтапова СНГ. Менеджер, и только менеджеры дистрибьюторных центров. И между прочим, дорогая девушка, вы можете поучаствовать в этом предпоказе и дефиле-шоу. Обязательно. Хочу готовиться. Конечно. А мы начинаем наш предпоказ. Итак, дорогие менеджеры, только для вас. Начиная с 48-й недели будет доступно прекрасное изделие, набор акваконтроллей, пряничный человечек, классический набор акваконтроллей, с которым вы прекрасно знакомы в новом новогоднем цвете. Только для менеджеров, только с 48-й недели. За уровень 4 квалификационных презентаций, а за уровень 8 квалификационных презентаций отличный набор столовых приборов Allegro, солянка, перечница, солонка, простите мой швейцарский акцент, перечница и, конечно же, мидичка для перца. Может показаться, что же это такое, но они сделаны из абсолютно нового материала. Посмотрите, насколько он прозрачен, как слеза младенца, которому швейцарские банкиры выдали кредит. Ну что же, благодарю вас, мои прекрасные девушки. Давай же мы расскажем, для чего мы все это сделали. Потому что мы ценим наших менеджеров. Мы хотим, чтобы они достигали высоких уровней продаж, и они получали все самое лучшее. Поэтому, если вы хотите участвовать в этом предзаказе, постарайтесь стать менеджерами до 48-й недели и поучаствовать в этом предпоказе. Мы раскроем вам маленький секрет, которого еще не знает никто. Только менеджеры, начиная с 48-й недели, могут коллекционировать эти подарки, а не только получать их на уровнях 4. За пряничных имбирных человечков и 8. Что это значит, Джордж? Это значит, что за каждые 4 презентации, за каждые 8 презентаций вы можете себе выбрать, например, если вы достигли 8 презентаций, 2 набора пряничных домиков. Или если вы достигли 16 презентаций, вы можете выбрать себе 2 набора Allegro или 4 набора аквоконтроллей пряничных человечек. И я повторюсь, что доступно это только для наших менеджеров. И начиная с 48-й недели. Но! Майкл, ты же знаешь, я разделяю твое увлечение некоторыми вещами, типа коллекционирования. Да, и что же я коллекционирую? Я думаю, что ты как хороший швейцарский банкир коллекционируешь картины. Картины, естественно. А скульптуры? В основном я люблю живопись на аквоконтроле. Живопись на аквоконтролях. Чудесное направление в искусстве. Причем она сделана совсем не акварелью и никогда не стирается. Специально для наших и менеджеров, и консультантов 6 января, уже в следующем году, для обладателей всех аквоконтролей Tapua мы проведем увлекательную акцию «Дефиле» с аквоконтролями Tapua. И мы приглашаем в эту студию наших девушек, наших моделей с аквоконтролями Tapua. Прошу вас! А музыка играет громче и громче.
Ну что же, итак, у нас уже есть такой контроллер. Цветы. Да, цветы. Париж у нас появился. У нас новогодний акваконтроль с оленями. С оленями. Цыплята пошли, цыплята идут уверенной походкой и встают в одну линейку с остальными аквоконтролями. Аквоконтроль Париж. Париж у нас появился. Что дальше? Аквоконтроль «Радость жизни». Один из самых первых аквоконтролей. Молочный микс, аквоконтроль, которым станут обладатели, хозяйки, лучшие хозяйки дистрибьюторных центров. И, наконец, новый аквоконтроль, пряничный человечек, который вы сможете получить только на этих неделях. Зачем же все это прекрасное дефиле, дорогие девушки? А ведь не только обладание аквоконтролем дарит радость жизни, ну и возможность получить что-нибудь за их обладание. Итак, мы объявляем о том, что 6 января обладатели аквоконтролей 500 мл, пришедшие в центр со своими коллекциями аквоконтролей, не менее 6 и обязательно с наличием аквоконтроля «Пряничный человечек», смогут получить прекрасный подарок только от нас и только один день. Прекрасное изделие. Рисоварка Тапуэ в новом эксклюзивном цвете. Браво! Ну что ж, дорогие телезрители, я надеюсь, вы хотите стать обладателями столь прекрасного вклада в свое будущее. Джордж, я думаю, что наши зрители хотят в первую очередь попасть на дефиле. Знаешь, какое-то интересное шоу будет, когда наши лидеры пройдут со своими стопками аквоконтроля в дистрибьюторных центрах и на подходе к кулисам им будут вручать рисоварку в розовом цвете. Это прекрасный подарок. Девушки, большое вам спасибо. И я надеюсь, вы тоже примите участие в этом дефиле в наших центрах в канун Рождества. Ну что ж, Джоша, мы продолжаем тему менеджеров. И возвращаясь к 46-й неделе, у нас есть для менеджеров эксклюзивные подарки. Но у нас, знаешь, есть несколько групп менеджеров, в которых есть больше 30 человек, а есть меньше 30 человек. И я бы хотел остановиться на подарках, которые мы подготовили за выполнение цели нашим менеджерам. Мы их принесли сюда. Итак, я попрошу тебя мне опять помочь. Подарок менеджерам, в чьих группах до 30 человек мы предлагаем на выбор набор «Полный состав». Тебе нравится? Прекрасный в цветах. Очень да. Интересный. Салатовый у нас здесь цвет. Я думаю, стоит показать голубой. Прекрасный салатовый цвет в нашу камеру. Вот такой у нас набор аквоконтролей. Ой, полного состава, простите меня, пожалуйста. Ну, а для групп, в которых больше 30 человек, это наши лидеры, такие мастодонты, которые достигают высоких результатов на любых неделях, у нас для них особые подарки. Помимо двойных наборов компактов и двойных наборов полного состава на выбор, они могут получить себе в подарок при выполнении цели эксклюзивные изделия, которые последние две программы радовали у наших консультантов и менеджеров последние два года, 46-х недель. Изделия из набора «Мираж». Это сотейник объемом 3 литра. Подарок менеджерам, чьи группы больше 30 человек и чьи группы достигнут 46 презентаций. Квалификационных презентаций на 46-й неделе. Всем в подарок сотейник «Мираж». И что же, хочется мне отдельно сказать, что это совсем не «Мираж». Это компания «Таповая» и успехи, которые вы с ней можете достичь. Итак, что же следующее ждет нас, дорогие менеджеры и консультанты? А ждет нас вещь, которая всегда радует всех телезрителей компании. И это вещь? Я думал, это человек. Это нет, человек представляет. Человек представляет процесс. Процесс. Человек, представляющий процесс. И процессом этим будет приготовление рецепта. И сегодня мы пригласим бренд-шеф-повара лучших мишленовских ресторанов в Швейцарии, а заодно бренд-шеф-повара Академии Тапуа Александра Алексашина. Джентльмен. Да, я вас приветствую. Приветствую всех. Добрый день, доброе утро. Знаете, какой у меня головной убор сегодня? Ну, а ты знаешь, у нас, в принципе, то же самое, неплохо. Откуда вы знали, что у меня будет такой же? Мы в Швейцарии все так ходим. Окей. Мы в Швейцарии по-другому ходим? Я не знаю. Смотри, у нас есть такие штуки, а у тебя нет.
Я думал, мне еще рано для этого. А тебе идет, ты знаешь. Держи твой атрибут. Ну что, вы готовы сегодня приготовить шикарный рецепт для наших? Конечно. Да? Я очень надеюсь, что он будет по-горному мясной. Мясной, обязательно мясной. Надо, так сказать, подтвердить свой мужской статус. А у тебя есть мясо. Ты бы смог перестать искривлять прекрасный цилиндр. Если бы я вам приготовил сегодня кашу, вы бы как отреагировали? Мы бы отреагировали в любом случае позитивно, исключительно из нашей вежливости. А если бы я вам сегодня и завтра бы готовил кашу? Это было бы уже хуже. А если сегодня, завтра и послезавтра? Я так смотрю, ты нас не любишь, да? Нет, вот я подумал, что именно сегодня я приготовлю такое мясное блюдо. Если вы, конечно, не против. Какое такое мясное? Мы даже очень за, Александр. Да? Будете помогать. С учетом того, что в Швейцарии уже как бы пол третьего, а мы-то все еще маковой росинкой питались с утреца. Ну, росинка это тоже. Хотелось бы как-то. Питание. Хорошо. Тогда. Ну что ж, тогда за дело? За дело. Кого за дело? Швейцарский столик. Наш, да. Так. Мобильный швейцарский столик. Mm-hmm. Я, пожалуй, облечусь настоящего повара. Mm-hmm. А мы тебе будем по-настоящему помогать. Да. Первое, что мы будем делать... Я решил чуть-чуть. Георгий, мы будем готовить. Ты готов готовить? А я всегда готов готовить. Александр, вы же знаете, каждый выпуск я стараюсь помочь вам. Мясо. Джордж, наконец-то мясо. О, да. Смотри, я для вас приготовил специально два кусочка мяса. Отлично. Да. Сбор Швейцарии, между прочим. Это корова или это кто-то другой? Это теленок. Это теленок был? Это, да. Ну, он и сейчас остается им быть. Подожди, ты его догнал, а кресло отпустил дальше? Я же поэтому и без палки пришел. Им быть. Палку я потерял в погоне за этим ягненком, теленком. Что нам нужно? Подготавливаем мясо. Чуть-чуть буквально. Что мы вообще готовим, Алик? Я так не понял. Мясо я понял. Это, наверное, какой-то особенный рецепт швейцарский. Это особенный рецепт. Я назову его рибай с овощами. Ништяк. Вот так. Мне нравится название уже. Готовится из толстого края. Mm-hmm. Если вы знаете такую часть той коробки. В Швейцарии? Толстый край Швейцарии. Толстый край Швейцарии. Что подчеркивает вкус мяса, говядины? Это да, это специи. Почти тимьян, называется это розмарин. Ага. Вот. Добавляем сюда розмарин. Прям вот так вот, по-швейцарски грубо, прям, как в мясе. Ты знаешь, всегда красиво ложится на тарелку, либо как специя, вот именно вот небрежно. Вот и будешь укладывать. А я могу еще тоже небрежно под что-нибудь? Ты можешь достаточно? Вот небрежно поперчить. Раз вот так. Прекрасно. Небрежно. А много надо так небрежно? Но ты будешь есть на свой вкус. Достаточно. Георгий, я думаю, тебе доверит. Да, потому что если я вас перчу... То давай так. Очень он перчил, да, а ты из легендарной солонки. Прекрасно. Легендарный солянки. Из легендарной солянки делаем легендарную солонку. Ну что же, что у нас получается? Прям так и жарим? Нам нужно, да, отлично, равномерно распределить растительное масло, которое там пойдет. Как я думаю, для этого стоит закрыть? Совершенно верно, Георгий. Итак, наше классическое изделие закрываем естественно на столе. Естественно, это суперхит-парад. Да. Естественно, выпускаем воздух. Пока, Георгий. И, естественно, начинаем, я так понимаю, все, потрясать воздух. Пока Георгий занимается этим, мы режем овощи. Угу. Михаил, как ты любишь овощи, которые подпеченные? Дольками, либо пластинками, кружочками? Пластинками люблю. Кружочками. Хорошо. Кружочками, да. Значит, смотрите, нарежем. Как легко нож от шефа справляется с помидором. Ну, ни да. разу не помял. Я думаю, этого хватит нам вполне. Mm-hmm. Собственно, помидор и цукини. Не стоит ли нам приступить к жарке? Можно поставить нагревать. Сковороду, я думаю, из набора мангуан как раз.
Коварду, да. Монбланчиком. Монблан с ковару. Так, давай я тебя, Джордж. Ну, найми. Пространство вас уважу. Итак. Чтобы было... Нагреваем, да, нагреваем сковороду. Больше нам масла не потребуется, потому что у нас уже... Масло в самом мясе. Для, да, для обжаривания мяса нам больше не потребуется. И нам останется только всего лишь выложить мясо с овощами на сковороду и обжарить. Как мы будем жарить? Основным способом, как это говорится на поварском языке, просто выкладываем на сковороду, на поверхность сковороды, и обжарим мясо с овощами с двух сторон. Но мы, конечно же, фишечку маленькую сделаем одну, которую... Без фишечки нельзя. Без фишечки нельзя. Которую мы вам покажем в процессе потом. Да? Что нам нужно еще будет для овощей? Овощи тоже нам нужно будет... Я могу это сделать. Да? Да. Как насчет немного розмарина к овощам? Давай. Чуть-чуть прям. Я вот так. Я вот... А, не, мы его, знаешь, как сделаем? Измельчим его? Да, мы его вот так вот. Классно. Я тоже, кстати, умею, ты меня так научил, я помню, давно-давно. Это тебе помогает тебе? Это постоянно я этим занимаюсь. Возможно, наступит день, когда-нибудь ты мне что-нибудь тоже приготовишь. Ну, как тебе что? Приготовить я могу. Может, ты будет это ест. Соль, перец? Так. Юрий, как у тебя стоят дела со сковородой? Наша сковорода, знаешь, уже нагрелась, я даже немного отстранила от огня. Я тебе тогда позволяю обжарить мясо. Так, соль, перец у нас. Я напоминаю о том, что масло у нас уже есть в параде. Ага. И благодаря этому нам не нужно. Чуть-чуть маслица. Сейчас добавим, я так не дышал. Ага. И я начинаю жарить. А мы идем к тебе в компанию. И знаешь, очень уже вкусно пахнет. Уже вкусно запахнет? Уже вкусно пахнет. Как раз мы вовремя подойдем. Саша, скажи нам, пожалуйста, на каком огне мы жарим, насколько он должен быть сильный, и сколько по времени примерно мы должны держать с одной и с другой стороны это мясо? А, рибай можно жарить на достаточно сильном огне. Mm-hmm. Да? Если он внутри не прожарился, это очень даже ничего, да, не беда, потому что рибай он может быть прожарок до 7, да? И самая такая прожарка, которая буквально вот с двух сторон прихватывает мясо, скажем так, да, называется блю. Блю. Да. И блю. Она называется именно так. Внутри будет у нас холодная серединка с кровью прямо. Вау, это можно вот есть прям, да? Да, да. А там для желудка, там для кишечника. Там, если не берем в качестве мяса. Что же мы стоим? Давай мы будем выкладывать сразу овощи. Да. Она же такой шикарный рецепт. Юль, прям вот на помидор. Да, цукини. А знаешь, мне очень нравится. Цукини. Как ага. Сковорода подходит. Главное, не прилипает, да? Да, смотри как. В сковороде отлично держится мясо. Такого хватает. Мне кажется, даже не нужно. И даже гладкие борта помогают удерживать все на месте. Смотри, видишь, я вот попросил мне помочь, а готовить его. Это называется делегация полномочий. Спасибо. Нас учили в швейцарском банке. Да? Вот это? Да, делегировать. Да. А я думал готовить. Готовить, к сожалению, не очень. Так, нам можно включить вытяжку чуть-чуть, нет? А давай. А давай. Небольшая дымовая завеса у нас пошла. Это прекрасный эффект. Ну что ж, мне кажется, он начинает. У нас сейчас как? Саша, смотри, Джордж, он придавливает мясо. Надо делать? Не обязательно. Не обязательно. Да. Это выпендрёк. Он соки тем самым, да, выпускает, поэтому лучше пусть оно будет как лежать, как есть. Да. Ну что ж, ты сейчас приготовишь. Быстрый огонь и все, и больше ничего не нужно. Максимальный, да? Да, максимальный огонь. Я для вас сейчас дам тарелку, да. Мы уже все готовы? Но овощи уже буквально через минуту будут готовы абсолютно.
Вот закинь еще чуть-чуть. Отдай. Отдай. Помогаю. В принципе, что вы сделали? Вы, собственно, перчили, посолили мясо, сдобрили специями овощи, нарезали их, сдобрили специями и обжарили. Здесь всего стадии по пальцам пересчитать на одной руке. То есть все очень просто. Да. Нарезать, обжарить, съесть, присыпать, обжарить, и почти все готово. И все это благодаря набору Манблан. Смотрите, да. Мы можем еще поставить водичку, чай сделать себе. И, Саш, да. У вас есть соусник. А какой соус ты порекомендуешь к этому мясу? Соус, ну я бы, например, смотрите, что бы сделал. Потому что вообще, у нас есть чудесный соус. Да. В этом же наборе Манблан. Вообще рибай, он как бы не, не требует соуса, он сам по себе сочный, но, конечно же, вы можете сделать соус, не, скажем так, не отходя от этой темы, которую вы сейчас делаете. То есть у вас есть овощи, цукини, помидоры. Вы берете, считай до 20 и выкладываете. Отлично. Михаилу и себе овощи. Так, нам нужны же дегустации будут. Да. Приборы? У нас есть они? Сейчас, конечно, найдем. Сейчас мы найдем. Помидорчики можно для соуса просто нарезать кубиком сюда. Чуть-чуть их прогреть. Прямо в этом. Где? Прям в кувшине от шефа. Даже так? Да, и затем уже выложить рядом с мясом. Но не на мясо, потому что мясо само по себе сочное. Вам, скорее всего, соус пригодился бы как раз к овощам. Так, ну я что уже взял инструменты бизнеса. Что, я предлагаю идти туда? Я, конечно, предлагаю. Лишь если вот вдруг не мясо. Я предлагаю. Я вам... Ну, извини. Я же вам обещал фишку. Фишку, да. Давай. А сейчас я. А нам где нам ее будет? Нам обратно скинуть? Не, вы можете. Уже есть. Да. Есть. А я вам быстренько. Смотрите, какая. Друзья, мы фишку хотим тоже посмотреть. Вот такая аппетитная штучка. Очень вкусно. Выше, да. Вот. Я жду, когда фишка закончится. Не, вы попробуйте гарнир такой, как он у вас есть сейчас. Ну что ж. И потом я вам дам попробовать гарнир с фишечкой. Коллега, гарнир сказали, не мясо, что-то сразу мясо ешь. Ну что ж, давайте попробуем гарнир. Пока вы не дегустируете, я... Мы не дегустируем, мы уже почти все. Так, мясо. Ну, у меня с кровью такой Джордж не нажарил. А? Ты мне с кровью нажарил. А я, конечно, люблю well done. Прям так, чтобы прожарка была. Да, чтобы прям без крови. Мне кажется, ну, не готов я, наверное, еще пока. Мне кажется, надо уступить телезрителям немного места, чтобы они могли увидеть Александра. Потому что уверен, что это тоже интересно. Вкусно. Господа, у вас есть... Брэш-повар Академии будет этот плохого? Есть ли у вас огонь? Есть. Немного. Есть огонь. Добавить. Коллега, видеооператор, который сидит за компьютером, у вас нет огня случайно? Сейчас мы организуем. Или тебе не нужен? Огонь нужен для того, чтобы определить, насколько выпарился алкоголь. Давайте сюда свои тарелочки. Я думаю, он уже точно используется, да? Ну. О, все, мне нет. Сейчас мы попробуем. И вот с этой фишечкой я вам всем рекомендую отведать это мясо. Джордж, давай, надержи помидорку. Помидорку с фишечкой. Сейчас мы оценим разницу. С огоньком? Да. Да, это во рту. Очень. А получилось так, как на гриле? Да. Да, чувствуете вот этот аромат? Да. Привкус гриля прям. Что ты добавил, расскажи тогда.
Я добавил туда немножко текилы. Это мой маленький секрет. Отличный секрет. Был. Очень. Теперь этот секрет тысяч наших телезрителей, но они, надеюсь, каждый раз скажут, что это... Да, прям чистая текила. Но она же горела. Рецепт Александра. Ну что же, давай напомним вкратце, что мы сделали. Мы взяли нарезанное мясо, посолили, поперчили его, добавили мясо, розмарин. Заболтали буквально в хит-параде. Поперчили, посолили. И масло, естественно. Да, добавили масло, обжарили. Обжарили, да. Обжарили овощи. И в конце овощи прыснули чуть-чуть текилы. И подожгли ее. Да. И это, как всегда, быстро, вкусно и по-таперовски. То есть прекрасно. То есть прекрасно. То есть прекрасно. Ну что же, мы напоминаем о том, что совсем скоро, точнее уже прямо сейчас, завтра, заканчиваются недели, президентские недели, которая длилась всю 46-ю неделю, на которой мы замахнулись, и мы уверены, что завтра выйдем на цель 15 миллионов долларов США. Этот прекрасный, прекрасный результат, Александр, который достоин наших швейцарских банков, мы очень надеемся, что они будут хорошим, эти деньги заработаны на пуш-период, будут хорошим подспорьем в деле покупков, подарков всем родным и близким на Новый год. Желаем вам выполнения целей. Давай. Давай, ты говоришь, желаем вам выполнения целей. Желаем вам выполнения целей. Вкладывайтесь в таповое. Да. 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 Итак, выполнение целей 46-й недели. Цель выполняем. Таповое. Поздравляем. И, да, конечно, в четверг всех менеджеров мы приглашаем на предпоказ. На предпоказы. Не пропустите это знаменательное событие. Оставайтесь с нами, увидимся через неделю снова в этой студии, снова в понедельник. Вместе с Таповым.